motherfucker kicks in life. Всем привет, ребяточки! Сейчас я расскажу вам, как сделать действительно стоящий оплот для разбойника, который сможет выполнять это время на 2 или даже целых 4 миссии на 200% одновременно. Что нужно для этого сделать? Для начала получить абсолютно любую легендарку, естественно, любое именно артефактное оружие. В самом начале получаете его, и затем появляется возможность выполнять задание оплота класса, которое появляется на 101, 103, 105 и 110 уровне. Естественно, я советую их делать на 110 уровне для того, чтобы это было проще, быстрее, не отвлекались вы от прокачки в свое время, а потом просто быстро выполнили все к ряду, часа за 4. Это довольно-таки просто. Затем идем к улучшениям для оплота класса и начинаем. В первом тире атака из-под тишка. 20% во время выполнения первого задания раз в сутки, 24 часа. Появляется это, обновляется это в 10 утра по московскому времени. 20% успеха при выполнении первого задания, и это очень-очень полезно. Второе – это ликвидация. Дает 10% при выполнении задания с прислужниками. Это очень приятно. Дополнительно 10% успеха. Прекрасно. В третьем тире берем контрабандист оружия. Появляется в нашем оплоте вендор, который вендор. Поставщик, который позволяет нам за ресурс оплот класса за 50 раз в 12 часов получать какую-то ячейку снаряжения нашего соратника, либо какое-то повышение нашего левела 5, 10 или 15. Выпасть можно все что угодно, даже легендарная ячейка снаряжения. Можно сделать 4 сразу заказа, и каждые 12 часов будете получать что-то одно рандомное. В четвертом тире берем алые паруса. Замечательная штука, которая прокачивает наших ребят и делает их некоронованными дуэлянтами. Помимо их стандартного 30% увеличения выполнения вероятности задания, мы также получаем 15% при выполнении задания вместе с прислужниками, опять же. И это очень классно, учитывая, что если в задании будут прислужники, то поставя одновременно двух некрономных дуэлянтов, вы получите 90%, а с учетом нашего второго тира 10% будет получать 100% в дополнение к тому, что у вас уже есть. То есть это уже фактически 200% само по себе, без всяких даже бонусов, либо ячеек снаряжения. Это просто прекрасно. В пятом тире берем награды в конверте. Вас сопровождает боевой спутник, а значит, вы получаете ресурсы оплот класса, когда выполняете локальные задания. Очень полезно и приятно. В шестом тире берем, естественно, легендарочку дополнительную. В седьмом тире берем дополнительного защитника седьмого, который будет ходить, как раз таки, наш боевой, ходить с нами по локальным заданиям. И будем получать дополнительные ресурсы оплот класса, если вставите еще ячейки на оплот класса, на голду что-нибудь вставить в ячейки, или вставите какой-то синер артефакт, если упадет какое-то легендарное в том снаряжении. Это просто прекрасно. В восьмом тире, естественно, берем дух армии погибель легиона. Что касается наших защитников, суть будет простая. Надо будет сделать стабильных два отряда, которые будут иметь одновременно все три специализации, все три способности, чтобы точно закрывать парочку миссий. Значит, первый отряд у нас будет адмирал флота Тетис, головорез, спринт и морская пехота. 15% вместе с нашими дуэлянтами некоронованными. Это замечательно, то есть стабильные 15%. Следующим будет Лилиан Восс, скрытность, пинок, меч, отделитель душ. 15% вместе с прислужниками. Опять же, прислужниками 15%. То есть дополнительные огромные шансы. Практически всегда тоже есть прислужники, поэтому приятные 100%. И мастер Матиас Шоу, наш мастер ШРУ. Ликвидация, верх клинков и шпионская сеть. При выполнении задания будет появляться такой у вас айтим. Всего их может быть 5 штук, которые можно будет пихнуть в абсолютно любого человека, который выполняет задание. То есть как в защитника, так и в некоронованного дуэлянта, так и в шайку бандитов. И от этого увеличится шанс на 20%, увеличится вероятность успеха. Это замечательно. То есть 3 таких предмета, дополнительные 60%. Это классно, если вы их опнете. Они, конечно, расходуемые. Значит, второй отряд – это Ванесса Ван Клифф, головорез, пинок и грязные приемы, заклинания, 15% вероятность успеха. Классно. Значит, затем Гарона Полуорчиха, ликвидация, спринт, мастер-убийца, 15% вместе с боссами. Отлично. Боссы – это всегда, это то, что у вас специализация обычно закрывается, самая первая какая-то способность, которая там в миссиях. Это ликвидация будет, головорез или же скрытность. Вот. Что бы там ни было, она будет давать 15% всегда дополнительно. Это просто офигительно классно. Лорд Джорах Черный Ворон. Скрытность, веер клинков, шах сквозь тень.
15% дополнительных вместе с препятствиями. То есть вы видите, что этот оплот, ну просто, опять же, сумасшедший и тоже один из самых лучших, потому что одни только вот эти способности дополнительные, они позволяют выполнять всегда задания, даже уже без ячеек снаряжения 200%, и это классно. Но чтобы окончательно себя обезопасить и сделать, ну прям 300% практически, если бы это было возможно, нужно ставить какие ячейки снаряжения нашим соратникам. Нужно вставить, естественно, потертый камень, счастливую безделушку, либо фетиш удачи в первый слот, что-то, что дает просто стабильные 5, 10 или 15% вероятности успеха. А второй слот вставить что-то, что дает бонус к некоронованным дуэлянтам. Опять же, 10, 15 или 20%. В третью ячейку снаряжения можете вставить все, что угодно. Опять же, какую-то, опять же, например, в первую потертый камень, в третью счастливую безделушку или фетиш удачи. То есть можете вставить что-то одно, какой-то тип. Нельзя вставить одновременно два потертых камня или две потертые счастливые безделушки. Надо, чтобы все ячейки снижения были разные. Соответственно, можете вставить что-то на выполнение более 8 часов. Но учитывая, какие мы имеем всегда огромный шанс на выполнение задания с нашими-то замечательными защитниками, можно вставить просто что-нибудь на скорость. Дополнительная скорость вам никак сейчас не помешает. А при выполнении задания это будет только приятно ускорять наши замечательные задания. Это самое главное. Где мы можем взять непосредственно Лилиан Восс? Этот соратник сразу дается 850-м левелом, поэтому его взять нужно на Расколотом берегу. Появляется во время ставки команд. Когда стоит это здание, Майов дает нам как раз таки квестик, который выполняется тоже минуточек 15, и вы получаете этого соратника замечательного. Он, конечно же, будет зеленый, но это не суть, как говорится. Что касается левела, конечно, стоит делать 900-й левел, потому что при выходе 7.3 поговаривают, что все вкусные задания будут на 900-м левеле, поэтому максимально качайте, но запомните, качайте как минимум сразу трех, чтобы какой-то один отряд точно выполнял, потому что если вы качнете парочку 900-го левела, у вас начнут появляться задания 900-й левел, а все остальные соратники у вас слабые, и вам будет проблемно выполнять все задания по-нормальному. Вот и все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно поставьте дизлайк, возможно, если вам не понравилось это видео. Приходите на мои стримы каждый день с 19.30 до 24.00 по московскому времени, кроме среды. В среду у меня выходной. Пока.